Арка Менгелекель была установлена в городе Нур-Султан в День независимости 16 декабря 2011 года. Монумент стал символом новой столицы Казахстана. Высота сооружения достигает 20 метров, что означает первые 20 триумфальных лет независимости страны. У нижней части арки установлены объемные скульптуры. Одна из них изображает аксакала, который считается символом мудрости и носителем ценностей казахского народа. Вторая скульптура посвящена образу женщины-матери, хранительницы домашнего очага.